Представься. Все, Мари. Ты сегодня батлишь? Батлю. Как в прошлый раз? Нет. Сегодня трезвый. Трезвый? А с кем сегодня батлишь? Да так, есть один. Лютер Деглиш. Что ты еще о нем скажешь? Да ты на батле все скажи, пошел он нахуй. Наверное, покажешь тоже все на батле. Немножко. Ты его любишь? Обожаю. А он тебе? Наверное. Ты его любишь? Конечно. Любит. И... Удачи тебе разъебать его. Спасибо. Привет! Привет! Представься! А, трезвый мастер. Сегодня батлишь? Да. Как в прошлый раз? Нет. А как? Ну я постараюсь, как не в прошлый раз. Но сегодня я пить не буду, а там посмотрим. Ты там кому-то привет хотел передавать? Да, я хочу передать привет Дане Фенди, мой молодой битмарь. Все? Ну да. А Мане? Да. Кому? Мане. Я надеюсь, что она не будет смотреть просто, поэтому... А кто твой оппонент сегодня? Семен Багаевский. Семен Багаевский. Его ж не надо ребят так передать. Нет, я не буду. Мы такими делами не занимаемся. Что скажешь о нем? О нем? Хороший человек. Когда-то был хорошим лириком, но сейчас нет. Ну, он исписался просто, поэтому... Ну, я так считаю. Это лично мое мнение. Я же имею на него право. Ты его любишь? Обожаю просто. Вот. Он вот здесь. В сиське. Чё скажешь про него? Да ничего хорошего, блядь. Говно вообще. Ну, в смысле, говно наш батл. Я имею в виду. Мат, а так он классный. Он лапочка. Он лапочка. Окей. Е-бой! Эй, йоу, это рэп вейв батл! МС справа, представься. Эвер самый гейский батл. Я сказал, что его трахну. Если я сказал, что трахну, значит так и будет, брат. Угадай, только... Блять, угадай, кто в здании, сука. МС слева, представься. Все, мы Рик, ёпта. Пошуми. По итогам непонятной жеребьевки начинает все, мы Рик. Это пиздец. Мне батлить сложно, пиздец, да. Мне сложно выучить текст, может быть, мне сложно будет выкупить эту машину, но... Нет, не будет, ведь весь твой рынок блошиный. Ты бы продался за кэш? Глупый вопрос. Я Рик, но не рос, тебе в пердак запихиваю трость. И мне не жаль тебя совсем, если не вывезешь кросс, ведь по дорожке мастер я, а ты всего лишь пылесос. Нет, серьезно, ты хаваешь грязь и ей же кидаешься, друг. И в чем, блядь, прикол? Это как хавать свое же говно, хотя его как бы срут. Свой город и своих говнотреков... Свой город и своих говнотреков ты где-то там у себя построил, и лишь поэтому я сделал вывод, что ты просто засал батлить в основе. Я сделал вывод, что мне батлить, впрочем, не надо. А сюда я пришел не для того, чтобы победить, а чтобы разъебать тебя нахуй! Для того, чтобы показать всем и каждому, как вам нужно ебашить на батлах, чтобы не создавалось впечатление того, что вы сосете хуи друг у друга на протяжении своих раундов. Мне поебать на тебя, мне поебать на твои треки, пацан. Они говно все, без исключения. У тебя нет ни одного годного говнеца. Если чё, это не я. Нет ни одного годного говнеца. Каждый исполнитель только нутро, он показывает все свое, только треками показывает все свое нутро и сущность. А про тебя можно сказать, что если с тебя спросят за твое музло, то ты скажешь, пацаны, если чё, это не я. Сегодня от него вы услышите признание. Ведь если в здании хуёвый рэп, то выгоняйте Лютера из здания, блядь. Но это все хуйня. Когда мы бросили жребий, монета опять упала ребром. И собирать деньги с пола стало так же зашкварно, как и читать про страну дураков. Может, ты скажешь, Лютер Дефиш в здании, это как будто бы классно на твои треки, так же, как и батлы. Тут, сука, ни рыбы, ни мяса, а что в итоге? В итоге ты на деле просто нуб и овощ, ни живой и не мертвый, лишь кусок говна, на плаву не утонешь. Ну такой, кстати, приличный по весу кусок, но в нашем случае не важна величина, важен лишь сорт, и ты слишком безвкусный, Лёш, тебя даже нехуй солить, можно просто насыпать песок, ты слишком пресный и липкий, как будто вытек из трусов, блядь.
Я к чему тут говорю о вкусе? Это всем кажется забавным, но, как я сказал раньше, ты не только сам жрешь дерьмо, ты и пихаешь его всем дамам, что помладше. И они жрут его так, что за ушами трещит, но после от заражения организм пора лечить им. Вот ты подумай, долбоёб, почему ты вроде как большой пацан, и на деле лишь пара личинок, блядь. И ты нылся мне, то, что тебя за последнее время потрепала жизнь в кратер, и ты нылся мне, лишь для того, чтобы подвести к тому, что ты не подготовишься как надо. Так вот, слушай сюда, если ты хочешь батлиться, батлись в полную силу, или сливайся в омут, а если ты вышел батлить меня, то будь добр батлиться, а не жевать сопли, ведь я та еще персона. Слишком непредсказуемы все твои панчи. Я вычеркну нахуй, как подчеркну сказуемое. Мне нужен хороший батл, тебе побольше хайпа. И ты решил урвать кусок, но лишь накрошишь на пол. Ты хуесос и пиздобол. А понтов будто с очередных гастролей прискакал. Слушай сюда, сука, я разъебу тебя, лишь потому что я настроен разъебать. И мне не сложно. Дайте шуму. Мне не нужно к этому серьезно готовиться, обвешивать стены дома, будто постер свой текст. Ведь чтоб себя настроить на победу, мне нужно ее просто захотеть. Ведь если просто захотеть, можно скрутить змею. Ведь если просто захотеть, можно вступить в фактур. Я не фактур. Твоя мечта неисполнима, ты никогда не станешь для них крутым и сложным. Ведь, во-первых, к рэпу нужно относиться не как к говну, а как к должному. Нет, серьезно, только от тебя и слышно. Рэперы, ебучие говнари, залупы. Ты себя вообще слышишь, придурок? Да. Если ты не уважаешь свое дело, значит тебе в нем делать нечего. И ни о каких хороших творческих объединениях не может быть и речи. А во-вторых, нужно быть собой, чтобы люди знали, что ты свой. Нужно быть собой в треках и при этом годно делать. Раз, два, все, Леш, ты в фактуре. Тебя бы приняли точно, но ты же не можешь ни это, блядь. Давай продолжим тему про твою нелегкую житуху. Я решил подумать логически. Ну скажи мне, Лютер, тебе мешали на меня серьезно готовиться... Кошмар, или ты писал альбом про хуёвую жизнь? Нет, ты просто решил проебать время на пиздострадания, накладывал себе на раны швы. Но твоя проблема в том, что ты боишься их снимать. Они в тебе навечно, казус. Да, меня тоже регулярно трахает жизнь, но для меня это лишь стимул отъебать ее в анус. Или отъебать в анус тебя. Знаешь, в чем для нее разница между бутылкой и шотом? Тебя жизнь ебет в рот. Мне она дает жопу. Блять. Что там жопа? А знаешь, почему все так? Потому что ты просишь ее об этом сам. А после она просит тебя заочно. Пошумите. И в итоге она заставляет тебя заочно сдаваться своим же словам. И ты хотел со мной батла, это как факт, за мной забатлили бы все, но важно не количество побед, а только лишь их цель. Я разъебу тебя так, как не разъебет никто и никогда-то, так что нехуй мне пиздеть за одноразовые батлы, сука, раунд! Отвечает Лютер де Фиш! Воу! Твое здоровье. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, а мне досталось с мерзкой рожей и с гадким именем Семен. Багаевский, ты настолько чмошник, сгоняй меня с закладкой, блядь. Мы охуенно обосрались в паре. Так не обсирался даже Пьеро Самфи. Но проблема вот в чем. Чтобы вынести меня, надо иметь охуенно большие яйца. Чтобы мне вынести кого угодно, мне надо просто не нажраться. Давай нажалуйся, братан, что я слишком дерзкий с тобой. Придите, отпинайте меня своей бойцовской толпой. Я будто стою без головы, кровь клещет струйкой вверх. Ну вот хуй соси, тебя тут никто не боится. Ты же не в Triangle Gang. Кстати, классный бар здесь. Явно для мажоров.
Самое место, чтобы наблевать под стол и бухать у входа. Охуенно для рэп-вейв, но напротив меня рэпа нету, и сегодня место возрождения станет твоим склепом, блядь. Помнишь, ты мне сказал? Помню, Тарас. Помнишь, ты мне сказал, что я не могу читать про наркотики? Серьезно, мудила, а больше тебе ничего мне запретить не хочется? Нашелся отец-основатель, блядь, мастер-шеф в здании. Я запрещаю тебе открывать ебало, когда Лютер разговаривает. И улыбнись в камеру, помаши ручкой, они съебутся проматывать. Твои раунды скучные, твои раунды длиннющие, но мой секс длиннее, пацак, зацени, как я ебу, ведь ты попал на Вудмана кастинг. И передай привет любой баниной тёлочке. Вам так нравится ту системе, кто падки на сволочей, что за моды ебланы? Тут ли мы мразь, или мы нормальный рэпер, блядь? Но ты хиленькая сука, и твой рэп не лучше сладкого хлеба. Слышь, полурослик. А можно потише там? Слышь, полурослик, не хочешь сгонять меня за кольцом? Сколько хуйсоса не осадил, он все лезет на рожон. Удобнее снять с меня штаны и отсосать мне прямо здесь. Ведь ты мой личный ксарелакс, я твой личный Ваня Вейп. Кстати, про сосание хуёв. Кис-кис-кис, Кирюша, Лютер Дефиш не тупи, у меня просто зрела кукуруза. У меня в штанах початок, сука, подойди, оцени. У твоего гэнга такой порядок вступления в наши ряды. И скажи спасибо, что я про тебя вспомнил, гнида, ведь ты попёр на того, кто у тебя и в хвост, и в гриву. Ты чё, смелый чесночок? Ты не найс, как Дэнни. Лучше тупить, как Лютер Дефиш, чем быть лучшим в Триэнгл Гэнге. Чем быть хоть кем-то в Триэнгл Гэнге, блядь. Вы можете сказать... Лютер, что ты несешь? Он же всего лишь ребенок. Пиздец, так нельзя с детьми, ну пусть и отвечает, сынок, блядь. Я предложил отсосать мне, и похуй, что он ответит. Для меня обычное дело предлагать свой член детям. Теперь к тебе, лошочек. Ты так рвался батлить, а мне так похуй стало, но сдулся я, конечно, вряд ли. Прыгай в могилу, я закапываю тебя каждым словом, и сегодня рыбка Лютер станет для тебя мегалодоном. Рэпером быть тяжело. Все, блядь. Рэпером быть тяжело. Твоя тёлка по-любому шлюха. Давайте скинемся всеми бабками от этого недуга. Пишите мне в личку, я дам вам номер своей карты, но не этому уёбку. Ты не читаешь книги, но все опять приебёшь на закладке, блядь. Моя жизнь догадался, и не зря я сделал дилогию. Лютер опять уводит чужую девочку с описки. Пока Буховский Леша пишет в четырех стенах свои истории и тусит по кабакам. Пока-пока, Сема Рик или Семи Нор, мне похуй. Ты не шизик, ты просто не определившись со стулом лох, блять. У рэпвейва акции, передай любому со мной в паре. Моему оппоненту всегда положены два стула с хуями. Пацан Семен. Да, ты не пацан Семен, вот Ваня подсказывает, смотри. Ты не пацан, Семен, ты всего лишь пиздлявое говно. Я уже трахнул твою будущую тёлку, и, кстати, она бревно. Я успеваю все. Что там, учиться, тусоваться, готовиться к батлу, писать релиз, пока в твоей голове только название видео. Рик versus Лютер Дэйфиш, блядь. Слышь, крутой парень, ты прям такой рэпер батловый. Если перечислять твои достижения, схватка станет комплиментарной. Ты типа... Ревешь оппонентов, кисок на ствол, как в постел. Но то, что ты прибал вирусу, ты даже не репостнул. Скажешь, не мое дело. Мое дело ебать таких, как ты. Я тебя уложу хоть на лопатки, хоть на биты мне до пизды, но ты не воин и не менялся, мое мнение. Ведь вместо того, чтобы искать оправдание, ты мог просто принять поражение. Yeah. Это не батл, это снаф. Я 600 хуев, ты кассе стирает. Пачку свою открывай, летит самолет тебя ебать. Ты в подготовку залипал, хотел третий раунд на битах, но сколько ты не рвал пукан, я 600 хуев, ты кассе стирает. Я теперь почти уголовник, и моя жертва на сегодня Сёма Рик. Здесь толпа людей, жесткое палево, я воняю потом так, будто мы порно снимаем. Я сожру тебя так, что от меня будет пахнуть всеми шлюхами, которых ты клеил. Я надеюсь, ты заправился перед батлом, ведь без доупа ты ёбаный бездарь. Закатай губу, поуёбок, и убери съебало лыбу. Твоё изнасилование уже сняли на камеру. Камеру пыток. Ты очередной болтливый рэпер. При Сталине тебя бы убили. Меня бы тоже убили. Но сегодня я убил тебя стилем. И передай любому, кто со мной батлить захочет. Эти люди знают, я не 4-20, я 8-0-8, сука, раунд! Второй раунд, все, Мари! Пошумим!
я рассмотрел тебя как пиздобола. То есть твоя фишка была сделать так, чтобы я сбавил обороты? Да пошел ты нахуй! Я тебя батлю так, как тебя нужно батлить. Я тебя батлю даже своим творчеством по самые гланды. Знаешь, почему ты лох? Я тебе способен это получше объяснить. Я тебя жру, перевариваю и сру мясными опилками. Ебучий мясник! Охуеть. Знаешь, почему ты чмо? Я объясню тебе тоже. Ты обсираешь то, что делать нихуя не можешь. Да-да-да, только от тебя и слышно. Да-да-да, столько раз я от тебя слышал. Заебал своей лирикой, сколько можно сопли жарить лирику. Если ты не знал, можно делать бесконечно и дохуя, ведь лирика самый интересный и глубокий жанр. Моя лирика — это один огромный панч. И ты, кстати, один из немногих, кто это выкупает. Ведь если я пишу о любви, то я могу написать про то, как я вздыхаю, про то, как выживаю, про то, как нежеланен, про зеркало, что, может быть, когда-то что-то скажет, но не тебе. Ведь тебе смотрит лицемер в глаза. Ты обсираешь то, что не умеешь делать сам. В твоей лирике нет ничего, что могло бы хватать людей за души. Но чтобы схватить чужие, нужно вложить свою поглубже. Я скажу про твой рэп очень просто, хватит, хули ты здесь забыл? И списал бы весь двойной листок тетради, но у тебя нет двойных. У меня есть двойные. Твои треки, ведь твои треки вода, мои треки вино. И пока ты льешь воду в уши каждым, я подаю фужер все тем же. В нем тоже плавает гнилье, но мое гнилье хотя бы искреннее и настоящее. Для тебя батл со мной, как будто здесь учеба. Понапишите панчи про меня тут всей трущобой. Считаешь твое место тут? А у меня пиздож зашкваров. Твое место тут лишь потому, что я тебя на него поставил. Это забавно, да. Во мне зашкваров тут вам всем не сосчитать никак. Ведь каждый тусик, куда бы я ни попал, всегда появлялся шут. Но шут — это профессия, а шутер — лишь игра, которую ты проиграл, подставив голову под шум. О том, какой ты человек, им всем не важно знать. Ведь о том, какой ты человек, не знаю я даже. Но ты вызвал меня сюда. Так что будь добр хавать каждый знак, что я принес тебе. И вроде с видом важным. Просто никто из них не знает то, что в глубине души тебе знакомо. Да, с меня все угорают, но на тебя всем похуй. И если на следующей тусе нас не будет, то я готов поспорить, что обо мне тут спросят много, а тебе даже не вспомнят. Вообще, на самом деле, кто ты такой? Из какой ты вообще жопы вылез, лузер? Ты читаешь рэп про дозы, но наркоту боишься юзать. И вроде как все это вроде даже твоя муза, но в твоих глазах я вижу страх, в твоих глазах я вижу труса. И, кстати, да, скажи мне, ты же трушный эмси, как ты можешь читать за наркотики, не зная ничего за них? Ты дозы только пустил в уши своим фанаткам, пиздюшкам детским, а я вливал сквозь наркоту образ поэта, и его фаны росли вместе с ним. Я просто сделал вывод, что в твоих треках нет ничего стоящего. Все песни ради песни, в них ни капли, блядь, души. Тогда скажи мне, пожалуйста, для чего сдались все эти сказки в ящике? Все твои треки, как и батлы, никому вовсе не нужны. Твои шутки надо мной показывают твой уровень развития. Я панчил про страну дураков. Ебать, вот это да! И ты, не отходя от кассы, лишь этот панч запикивал, лишь для того, чтобы смешить людей. Но смеялся только сам. Ты слабый рэпер, Лютер. Ты слабый мозгом, Лютер. Тебе в ебло я плюну. А ты тут стой и думай. Я с батлов подчеркнул для себя то, что было надо. Тут нахуй Рика вечно. Нахуй. А Лютер пошел нахуй. Ты выдохся и умер. Ты наигрался вдоволь. Тебе не нужен водный, чтобы вечерами сохнуть. Ты с этого всего провел черту для творчества и батлов. Тут нахуй Рика вечно. А Лютер пошел нахуй. Раунд. Пошел нахуй. Лютер, иди нахуй. Ты мне в глаз попал. Ты слюной, блядь. Второй раунд, Лютер, ты фиш. Окей. Короче, ясно. Батл наш хуйня ебаная. Мы опять расстроили Сашу. Какого Сашу? Того самого.
Прости, Саша, покажи, как надо батлить. Я даже для тебя подвинусь. Только надеюсь, что этот раз будет лучше, чем твой батл с вирусом, блядь. Воу! Ах, да, Сёма Рик, мой раунд и ты паник. Я тупой, жирный, картавый, прыщавый уёбок, но все же лучше, чем ты. У меня хуй... У меня хуй больше твоего, сиськи больше... Батч про хуй. Сиськи больше, чем у любой твоей тёлки. Нет, нет. Они залипают в меня, ведь знают, кто истину глаголит. Устами младенца я трахнул ребенка в рот. За такие батлы на... Блять, за такие слова наш батл забанит Роскомнадзор. Слишком много оскорблений, мне уже накапала статья. И в рэп... Я такой жирный, что в рэп-вейп основе нет места для тебя, блять. Знаешь, что такое рэп-вейп? Это я и Фактур. А Урелин — это Аид, ведь когда он выходит на сцену, ты видишь царство мертвых вокруг. А Милиленс — это Афродита, для него война за справедливость. Вейп — это Дионис, ведь он тебя набухает, даже если просто пройдет мимо. Перо — это Зевс, ведь громовержец на бите с рэперами, как с мясом. Galaxy Mind — это Посейдон, тебя накроет волной его баса. Ты попал на Олимп, дружок, но пошел бы ты отсюда нахуй. А я вряд ли Геракл, но на сегодня я твой личный Тартар, блядь. У тебя нет друзей, и ты сам об этом сказал. И ведешь себя так, что они не появятся никогда. Я бы на твоем месте подумал о своей жизни. Кого из них можно похвалить, а кого надо отпиздить? Говорю, я сам хорош. Да я и сам хорош. Меня... Да, и он хорош, и я хорош. Короче, меня кидают друзья. Меня кидают тёлки, а те, кто остался, моя семья. Я андердог для стада баранов, и мне большего не надо, пока кто-то только кричит, что он МС, но даже не выходит на батл, блядь. Вы чё себе возомнили? Ни одного трека, но есть батл. Но выйди в круг, и окажется, что там батла не грамма, блядь. Вы типа так... Вы типа такие акселераты из пизды в музыканта, но ваше творчество не стоит даже просмотра в Эйвоване, блядь. Я обыкался. И ты сам такой. И списался давно. Твоя сука на бите, но трахается она как бревно. Я прекрасен, расскажу, как надо любить себя в 20, но твоя любовь к себе — это упороться и нажраться, блядь. Я готов рубать таких. Я готов... Чтобы быть услышно. Все. Я помню, блядь, все, хватит. Тишина. Я готов рубать таких, как ты, чтобы быть услышанным. Давно, блядь, приебался с хайпом, но думаешь, что ты вышка. Пиздец, нахуй. Типа имидж. Такой имидж гэнгсты, как с иголочки стиль твой, но твой потолок — это разогрев, кавабанга, депо и калибри, блядь. Видимо. Вот, да, я говорю. Ты, видимо, попробовал все прелести жизни. Тёлки тебя кидают, друзья тебя пиздят, забываешь текст на заявке, батлишься, как ебла на тебя, как вейв Пал Палыча я усадил на кукан. Ну, блядь, Сёма, ну какой батл? Ты же мне на один зубок, как Лейс. Моя милая девочка, хотя, знаете, похуй. Я не собираюсь напоминать рэп-вейву про очередного лоха. С вами был Лёша Лютер, и если тебе это поможет, братюнь, мой второй раунд такой же короткий, как и мой хуй. Хуй! Пошумим за Рика! За Лютера! Рик! То, что они хуйсосы, которым супплировали. Давайте еще раз. Оу! Основатель проекта Денис Мейлос! Нифига себе, это круто! Короче, так. Это было лучше, чем было. Я записываю опять. Вот. Хип-хоп одинокой старухи Рикев показали лучше. Мы пересняли батл, это круто. Но ты забывал. Ты суфлировал классно, там Костя суфлировал. Первый раз Костя, второй раз. Но я нахуже с этим справился. А мне... Просто тупо зал больше реагировал на Лютера, он больше колких каких-то вещей таких интересных, смешных сказал. Про письки. Да, про письки, сиськи. И он, ну, сиськами сегодня тебя задавил. Победа Лютеру. Но это мой голос, как может кто-то сейчас... Пошумим! Наш постоянный судья No Name! Привет, пацаны. Короче, не знаю, сложно было судить. Ты какую-то свою линию двигал, ты
панчил в основном. Концовка второго раунда прям трушная, отлично. Пропущено? Да. Да, конечно. Вот, странно, что он знает. Я не знаю, я не согласен с предыдущим судьей, потому что видно, что у тебя больше суппорта, и по тебе видно то, что ты хотел выебнуться не для того, чтобы выебнуться, а чтобы высказаться, и мне было интереснее слушать Семена. Поэтому мой голос Семен. Пошел! Интрижка? Убийца битов? Никита Перов! Короче. Я, кстати, так и не понял, кого из вас короче. У меня. Смотри, у тебя была тема, основной твой вектор был обоих раундов. Это творчество, 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 как творчество, творчество, творчество. И то есть ты в первом раунде очень хорошо эту тему задел, я такой думаю, да, это хорошо, и ты второй раунд начинаешь с той же самой темы и продолжаешь ту же самую телегу гнать. У тебя наоборот, ты каждую какую-то тематику вот по чуть-чуть потрогал и не копнул куда-то, ничего. Да, это местами было колко, у вас у обоих куча баянов. Типа 600 членов кассирайт и так далее. Но ты выкупил. Ну я выкупил, мне про СНАФ больше понравилось. Про СНАФ нормально. Но в смысле, я на самом деле сейчас стою, долго говорю, потому что я до сих пор не знаю, кому отдать победу, потому что вот первый раунд я такой думал, так ебать, я что-то хуй знает. Второй раунд, думаю, расставь все на места. И Сёма делает второй раунд слабовато. Я думаю, ну, наверное, Лютер сейчас сделает. И Лютер делает второй раунд точно так же. Я сейчас постараюсь, наверное, максимально абстрагироваться от всего. И, наверное, мой голос за Лютера. Нормально. Так, нормально. Ебать, ёл, сука! Победил Лютер, ты фиш 2-1! Это рэп-бэй-баттл!